Всероссийский конкурс «Большая перемена» – новый развивающий проект для школьников, который должен помочь каждому подростку раскрыть свои таланты и понять, что он способен на большее. На странице проекта в соцсетях написано, что здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. И карельские школьники доказали, что это у них получается неплохо, поэтому отправились на полуфинал конкурса в Ярославль. «Большая перемена» – это конкурс про лидерские качества, где ты сможешь себя проявить в разных сферах, как в творческой, так и в предпринимательской деятельности. Участники большого конкурса уверены, лидерские качества действительно пригодятся в любой сфере. А главное, эту черту в себе можно развивать. Я танцую в команде, и в танцах в команде я поняла, что в мне есть лидерские качества, поэтому «Большая перемена» мне поможет их еще больше развить или же проявить, показать себя, получить опыт и поделиться им. На «Большой перемене» каждый нашел направление по себе. Это и журналистика, и спорт, и экология, и творчество, и патриотизм, и многие другие. Выполняя задания по своим направлениям, ребята создавали что-то новое, демонстрируя свою способность мыслить нестандартно. Школьница Ксении из Сартовалы досталась тема «Познавай Россию». Я делала проект про путешествия. И у меня, например, заключался проект – это создание приложения для путешественников. У других были проекты там «Расскажи о главном» – это корреспонденция. И они создавали проекты, связанные как раз с новостями, связанные с архитектурой. Это невероятные возможности, потому что меня очень много заметило людей, пригласило в различные проекты участвовать. Я со многими крутыми ребятами познакомилась, и «Большая перемена» объединяет не просто школьников, она объединяет выдающихся и самых лучших учеников России. И это ребята по-настоящему инициативные, и у тебя 100% будет очень много общего с ними. Софья участвовала в «Большой перемене» в прошлом году. Ее победа вдохновила на участие теперь уже ее друзей. Глеб, Александра и Даниил попробовали свои силы и тоже попали в полуфинал. Учимся в одной школе. Учимся в одной школе, в одном, да, классе когда-то были. В общем и целом, в прошлом году Соня выиграла, стала одним из победителей «Большой перемены» и сподвигла нас к тому, чтобы тоже в этом году поучаствовать. А у меня был проект по «Вызову твори», и у ребят... Да, у меня тоже «Твори» был. А у меня «Будь здоров». Да, мне «Расскажи о главном». В Ярославль на полуфинал для участников из Северо-Западного федерального округа ребята отправились полные сил и надежд. Там их встретила та самая вдохновляющая атмосфера, новые знания и новые вызовы. Участники рассказали, что в полуфинале им довелось решать безумно интересные кейсы, о которых, к сожалению, нельзя рассказывать, пока не пройдет вся серия полуфиналов. Но по секрету сказали, что проделанной работой остались довольны. После 15 октября ребята узнают свои результаты, смогут рассказать о своих проектах не только жюри, но и всей стране, и, возможно, воплотить их в жизнь.